Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». И сегодня мы с вами приготовим очень вкусный маринованный лук для шашлыка. Вообще-то такой лук можно есть как шашлыком, так и в качестве отдельной закуски. Нам понадобится репчатый лук, соль, сахар, теплая водичка, уксус столовый, можно яблочный, можно обычный пищевой, и сухая или свежая зелень. Мы с вами берем одну большую крупную луковицу, или если хотите, можно взять несколько маленьких, например, 2 или 3. Очищаем луковицу от шелухи, споласкиваем под краном и затем нарезаем. Резать можно полукольцами или кольцами, так как вам больше нравится и как вам удобнее потом будет есть этот лук. Основное правило – слишком тонко лук не резать, потому что мы его будем мариновать, и если мы нарежем слишком тоненькими кусочками, то лук у нас перемаринуется и перестанет быть хрустящим. Теперь нарезанный лук убираем в сторону и займемся приготовлением маринада. В небольшую мисочку наливаем теплую кипяченую воду, это примерно 200 мл. Добавляем туда же соль, сахар, наливаем уксус. Уксус можно брать яблочный или любой другой, какой вам больше нравится, главное, чтобы он был 6% или 9%. Хорошенько все это перемешиваем, и наш маринад готов. Теперь берем контейнер, в котором мы будем мариновать лук. У меня был вот такой вот стеклянный контейнер из Икеи. Складываем туда нарезанный лук, посыпаем сухой зеленью, можно брать сухую зелень или свежую, какая у вас будет на данный момент, и заливаем это все дело маринадом. Хорошо все это перемешиваем, или если ваш контейнер с плотной крышкой, можно просто закрыть крышку и хорошенько все это вместе потрясти. Оставляем лук промариноваться примерно на 30-60 минут при комнатной температуре и можно подавать к столу или добавлять к шашлыку. Он получается очень вкусный, обязательно попробуйте. Приятного вам аппетита!